12 и 13 ноября в Алматы состоится гранд-финал первого национального детского песенного конкурса «Баллада Усе». Защищать честь нашего региона будет Есения Епифанцева. Сейчас она находится в южной столице и готовится к музыкальному состязанию. Алина Бржанова встретилась с мамой и преподавателем юной звезды. 13 июля Есения Епифанцева стала победительницей областного отборочного тура республиканского конкурса «Баллада Усе». И сейчас девочка, как и многие полуфиналисты, находится в Звездном доме в Алматы. У ребят целый месяц на подготовку к главному концерту. С ними занимаются профессиональные вокалисты, хореографы, проводятся уроки по актерскому мастерству от лучших артистов страны. Почти 2000 километров разделяют Есению с родными. Но девочка знает, мама всегда рядом и в любой ситуации поддержит и постарается помочь. Все члены семьи Епифанцевых – одаренные личности. Но только Есения решила связать свою жизнь с творчеством, воплотила мечту дедушки. Талант Есении заметили мы с самого детства. Ездили и на международные конкурсы, и на местные конкурсы. И вот самым значимым событием это был вот этот конкурс «Баллада Усе». В конкурсе участвовало всего 80 ребятишек. Из них сначала в отборочный тур прошло 30 человек, затем десятка была. Из десятки уже выбрали тройку. И в тройке в этой был уже батл, где они показывали свои таланты. Есения – добрый, открытый и рассудительный ребенок. Любит не только петь, но и танцевать. Близкие девочки считают, именно это помогло ей выделиться среди других конкурсантов. Три года Ульяна Поединок занимается с Есенией вокалом. Вместе они разучивают эстрадные песни отечественных, российских и зарубежных исполнителей. Занимаются несколько раз в неделю. У девочки талант, и педагог пророчит ей большое будущее. Девочка обладает хорошими вокальными данными, очень коммуникабельна, очень исполнительна. Мы всегда стремимся к победе, но для нас главное достойно участвовать. Я всегда говорю своим воспитанникам, нужно отработать так, чтобы не было просто стыдно перед своим зрителем и перед самим собой. Обладателя гран-при первого национального детского песенного конкурса Алии Назарбаевой «Баллада Усе» страна выберет путем СМС-голосования. Начнется оно 12 ноября. Все подробности можно узнать на официальном сайте проекта balladausse.kz. Алина Бржанова, Рустам Тлеужанов. Новости МТРК.